Давным-давно в темном лесу жил мальчик по имени Григорий. Но он не был обычным мальчиком, потому что Григорий обладал магией, не похожей ни на одну другую. Он чувствовал свет, как будто сущность душ шептала ему свои тайны. И среди всех светил на свете одно сияло ярче всех остальных. Это было солнце. И у этого солнца было имя — Наталья. Ее тепло было постоянным пламенем, затмевающим все остальное. И все же она казалась далекой, солнцем, которым он мог восхищаться, но не мог прикоснуться. И все же он любил ее. Он пытался передать это чувство словами, но каждый раз, когда он пытался, буквы воспламенялись, превращаясь в пепел. И чем больше он писал, тем больше накапливался пепел. Слов было недостаточно. Он знал, что не сможет объяснить свою любовь или потребовать ее. Он должен был измениться, чтобы стать сосудом, достойным вместить хотя бы толику его света. Он знал, что путешествие будет долгим, но для Натальи он будет идти сквозь огонь, надеясь, что однажды его свет будет достаточно ярким, чтобы достичь даже ее. И если она когда-нибудь решит принять его, он посвятит свою жизнь тому, чтобы она горела ярко, навсегда.